всего в Польше. По какому-то городу едем. Блин, я все, всех потеряем. Прикинь. Опа, полиция. Второй, 90% жгут резину. Это резину, уголь жгут, все подряд. Тут нет такого, нельзя. Надо. Смотри, горбатенький. Красавчик. Короче, на заправке сказали, через километров 70 будет снег. Надеемся, так оно и будет. Идем, не нарушаем. Страна не наша. Вот там унимок стал продавался. Страна не наша, что-то говорит. Через 34 километра. Кольце налево. Нифига себе. Так далеко она заглядывает. Нормуль. Да по ходу дела тоже у поляков тоже праздник. Они тоже кто, католики, что ли? Ну, я не знаю. По крайней мере, я так думаю, что тоже они Рождество справляют. Ну, или готовятся, по крайней мере, к Новому году. Чего, считай, сегодня 25-е. Уже вот-вот и Новый год будет. Уже надо сейчас нажраться, чтобы на Новый год было тебе легче. Автосервисы. Нормально. Подготовка должна быть правильной. Кемпинг, прикинь, скоро будет кемпинг. Так, Саня на хвосте. Нормально. Окна. ПВЦ. ПЦФ. Якорь Лоза. И какой-то такой замок. Царство, государство было. Кемпинг, короче. Нужен кемпинг? Вы что, олени, что ли, на кемпинге? Мы не для этого сюда выехали. Чтобы на кемпинге. О, газ можно было взять. Ugh.
Бырику развернуться и спросить, что вы тут делаете? Вы проехали посмотреть на Польшу или покататься в грязи? Не, даже не заметил, я на ментов так был это, как сконцентрированный. Блин, нормально. Это менты были, это не снег у них был. Это у них моргалки были. Нет, за ментами три машины позже. Окей. Вон смотри, справа вилла ничья, можем там закантоваться. Недостройка, заехать не надо. Да, почему нет? Прям внутри там будем в зале, прям костер жечь. У меня весь путь все такие стройки, я лучше на поляне есть. Во-во. Чё себе. На Еленкину гору посмотрим, что там будет. На Еленкину гору? Давай. Если там снега не будет, разозлимся и обратно уедем. Будем до Мамут парка, еще вечером не пойдем. Во, утром будем в Мамут парке. Смотри, пешеходный переход. Никто не пропустит. Прикинь. Это уродство. Че за херня? В Германии уже кинулись бы под колеса. Да, да? Да. Ну, это царь только и... Минал. Это соль, ты хел, конечно. Местами красиво, конечно. Много такого заброшенного. Вот он так. Чувак, это, он так голосовал, понял? Это в Германии вот так палец ставят. А в России вот эти стоят. И нет, братан, места. Короче, до этого мужика, который нам эту ссылку прислал, до него уже осталось всего 25 километров, прикинь. Ну вот Аркадий, который катается в этом, на лыжах. 25 километров до Дудова. Ну, если на горе ничего не будет, можно и туда съездить. Вот опять, смотри, Q7 пошла со снегом. Да, вообще не до хуя, только на ней. Вот побольше, смотри, на этом, на Porsche. Первые крупинки снега появились. Смотри, смотри, снежок. Снег. Все, заезжаем. Ну да, я думаю, что больше мы, наверное, не найдем. Больше мы не найдем снега. У нас больше было снега. Когда мы с тобой ездили. По горизонту посмотри. Ну вон справа, смотри, побольше. Но это тоже немного так пудры, так же, как и здесь, не намного больше. Пицца французская. Ничего себе. Я думал, всю жизнь итальянская пицца. Французская, смотри. Я, в принципе, сильно даже не устал, да? Только спать чуть хочется. Все, рано встали.
мало поспали. Опа. Да-да. Алло. Да, сейчас слышу. Да. Понятно, да, но просто через 20 километров уже будет Чехия, а мы... Ага. Угу. Да пусть. Развернемся. Больше, чуть меньше. Снег начинается, но маловато. Я так думаю, что там температура 1 градус показывает. 1 градус. Угу. В машине 15, что-то холодно у нас, а? Печку не топишь? Давай за дровами сходи. Блин, было бы ништяк, если, знаешь, в этом вон вагоне стоял бы камин. А? Нет. А что я одного смотрел вон на этом? Вон мобиль у него был, старый Мерседес. У него был камин, поставил. Я вообще это на байфана просто. Угадать? Забанизи. Вообще гулик на вас. А, этот! На Ниве было. Да? Точно. Да, на Ниве я видел. На Ниве камин стоял как раз в ногах. Не, я видел как раз на Мерседес. Это как гулик старый, я не знаю, как он называется. Не-не-не. Ну вот эти как ЛТ-35, только что это. А, Варио. Варио, Мерседес. Вот у него, кажется, такой каминчик такой уютненький стоял. И он у него это, стелка ездил, топил. Он же, кажется, как на этом, как на... Ну, без Буда, кажется, по-моему, этот, жир брал. Что? И фильтровал, и на нем ездил. Там занят нас, да? Что, уснул даже? Ничего себе, я тебя не хотел будить. Думаю, спит, не спит или пытается уснуть. Все, вот смотри, ничейный дом. Заезжай на Грюнштук, мочи, что хочешь. Тут пейнтбол играет. Я тебе говорю, кому ты тут нахрен нужен? Вон Бауру. Бауру скажи, может тебя заехать? Если ты дурак, заезжай, скажи. Снег исчез. Разворачиваемся. Если то снег, то тоже не снег, так что. Через 15 километров, если снег не найдем, то будем так в лесу ночевать. Без снега. Одев. Не, ну мы же на Украину не поедем из-за этого. Далеко. Сколько у нас времени нету? Чем мы там всю неделю в дороге проведем, а когда оффроуд будем ездить? Съездить, посмотреть снег, потрогать его и обратно домой. Нормально. Чего проехать с настоящим лесом? Да? Nach 600 Metern bei Rondo Kangjim Jeschamajewskiego die zweite Ausfahrt Jana Treziego Sobischiego Droga Kachova 3 Nim. Nach 500 Metern rechts abbiegen auf Jana Treziego Sobischiego.
Приехали. Вообще-то. Вот там он, видишь, снег. Rechts abbiegen auf Jana Trezigo Sobischego. Надо выехать с города. Я. Че ты с города? Я тут видел знаки кемпинг-класса. Ну я тоже видел, мы что, не поедем? Auf alle Jana, сейчас давай из города выйдем и это и посмотрим. Там вот впереди снег я вижу. Nach 800 Metern rechts abbiegen auf Mostova. Без звонков, без ничего. Ну что, из города выезжаем, наверное, там вон спереди снег. Я думаю, больше мы ничего не найдем, будем искать уже что-то по светлому. Или? Сейчас из города выйдем, я где-нибудь остановлюсь и обговорим. Ну, давай. А? А, ну... Да-да, но. Угу. Смотри, как нам больно не подвезло. Внимание, снизу. Сейчас надо фью даской. Короче, уже... Уже темнеет, короче. Надо искать место. Я. Снега как не было, так и не будет. Вот снег слева. Парковку, короче, надо искать. Я. Снег был слева. Это прям так немало там, а? Я. Может, шнейка нам? Ну, я тоже поглядываю немножко. Вот он и говорил, как заказ, типа, если шлагбаум есть, то нельзя, я так понял, если знак стоит. Если нет, значит, заезжаю.
Ну да, что мы там в лес заедем, кто там к нам приедет вообще? Поставим машины вокруг, чтобы костра не видно было, и будем костер жечь. Вот смотри, слева лес туда рвануть и все. Но. Смотри, я вот даже смотри, справа вижу заезд туда куда-то наверх, на гору. Вон такой пробел, видишь? Я не вижу. Чё, как? Нормально тут? Красава! Чё, не тянет? Не тянет, не тянет. Тимоне лучше. Лучше идет наверх. Вот там как раз поставим как. Да нормально, мы вон вагон поставим. Отсюда ветер, мы его так поставим. Да. И там за ним будем стоять, в принципе. Начнем грильницы грилить, а потом, если что, ночью никто не приедет, можем и на полу. Да, у меня грильница, ножки можно низко поставить, можно высоко поставить. Ой, все. Тем более снег, блядь. А что там? Дальше. Мне кажется, нормально мы нашли. Слишком это палево нам как светится. Mm-hmm. Вообще лучше без света сюда заехать и да. Уехать. Что мне за скорость? Нормально снег, я бы сказал. Да, это. Я думаю, он там, он на той горе еще больше. Угу. Спорим? Мы туда завтра днем съездим. Точно, на разведку. Если мы тут будем стоять, нас никто не шуганет. Мы будем стоять охеренно. Агро охеренно. Мы сегодня уже никуда не едем или что? Нет. Не? Не, ну покататься можно, покатаемся, да? Смотри, какой снег глубокий. Все это.
Так, ребят, снег нашли. Теперь сгружаем УАЗа. И встали нахуй. Снег нашли и встали, приехали. Снег искали, пацаны. Ну там грязь была, нормально встали бы. Нормально. Проблемка, не можем заехать на РНЖ с прицепом. Спросили местного поляка, можем ли мы туда заехать. Он говорит, а почему нет, говорит, заезжайте. Круто. Так, что ты дал? Ты у меня какие-то детские перчатки ты мне выдал. Надо другие искать. Надо другие перчатки искать. Какие у тебя? Не знаю, какие-то маленькие, блядь. Это? А у тебя же тормоза же это, не вакуумные. Да-да. Короче, заведи, Джастин. Заведи и проедь вперед, чтобы, если что, Саня мог туда, в сторону откатиться. Если что, катится, смотри, вон там, Саня, бугор, упирайся вон там. Это что там очкарик на чужой грюнштук заехал? Ну-ка выезжай туда. А? Ты на чужом грюнштуке? Ты там всю картошку подавил. Я надо спереди отцепить. А, что у нас время? Часиков 5-6? Свободен. Нормально, есть тормоза. Так, УАЗа сняли. Сейчас Саня пытается на РНЖ с пустым прицепом. Смотрим, возьмет, нет? Давай, давай, давай. О, отлично. Пошел, пошел. Пошел, отлично. Все, Саня зашел. С пустым прицепом. Здесь наш патрульчик. Нормально, мы тут всех были. Патрулу легкую, да. И заключающий наш домик. Колью накатали. Сейчас Алексей попробует, зайдет ли он на нем. У него резина получше, чем у Сани. Есть надежда, что он сам зайдет все-таки. Нормуль, нормуль, нормуль. Давай. Да все уже, накатали. Отличненько. Ой, только дверки там хлопают внутри, я слышу. А, дурдом. По кустам шоркает. Отлично, заехали. Блин, еще вдыхалку бы остановить, вообще нормально было. Ну а как, ремень-то надо испытать. Снимай. Снимай, снимай. Роман, снимай. Надо спросить, как дела у самого лучшего видеоблогера? Охуенно! А ты откуда знаешь? Так, камнями только ему это, стекло не разбей! Ладно.
Хоп-хоп-хоп. А, песочница. Он может не рулить, блядь. Песочницы поигрались, пацаны. Так, разбиваем. Разбиваем лагерь. Так, ага. Так, там только это. В прицеп не врюхайся. Не отцепится, нет? Да я не знаю нафиг. Отстреливает. Ты, а может, мы тогда зря паркуемся так рано? Во-во.